Господин, вы вернулись? Дорога была тяжела, но я узнал секреты пути огня. Путь огня непредсказуем, господин. Будьте осторожны, не обожгитесь. Этот огонь поглотит лишь монголов. Пробил ваш час! Ожидала услышать о самурае, который травит врагов ядом. Господин Сакай, я в жизни не смогу вам отплатить. И не нужно. Лучше скажи, как тебя схватили? Я шла по дороге, искала, кто мне поможет. Но в темноте я плохо вижу. Вот так вышла на лагерь монголов и не заметила. Если они еще там, я с ними разберусь. Иди, ты свободна.
Termos mais casa. Шахарда! Тимы!
Носу! Носу! Let's see how cool it is. Харву! Я что сны? Ой, много их чё харда? Я го. Thank you.
доспехов, предназначенных для хана. Чигарво, серьезно! Бегем, Харсинка! Уха!
сторон! Ой! Их еще слишком много. С места меня убьют. Я тебя освобожу. Побольше б таких, как вы, господин Сакай. Беги. Укройся где-нибудь. Негумбе. Самурайг олоод үхтэл болгоно. Буцаад ирж мэдэн сэрэмжтэй бай. Ой, өнөөх их ч хардаа. Яг уу. Ари, бич бас. Энэ хэрэг чи самурай. Стоп!
Пощадите! What, my son? He's saying hard now. Then hard what, man? Then what, then so hard what, man? Спасибо, господин. Иди. Все хорошо. Как призраку это все делать? Это же невозможно. Я тебя освобожу. Шли бухту умыть. Можно укрыться там, среди головорезов. Я перед вами в неоплатном долгу. Береги себя. Горпен. Слава богам! Спасибо, господин Сакай.
Иди. Все хорошо. Помогите! Я тебя освобожу. Господин, сами боги привели вас сюда. Один мастер отдал нам часть доспеха. За этим человеком гнались монголы. Это был доспех для Хотунхана. Но носить его буду я. Спасибо, что уберегли. Рад служить. Один корабль уже проскочил мимо монголов. И я смотрю.